приветствую на обзоре заключительного дня карпатского тура. Сегодня мы проедем с Надворной в Ивано-Франковск. И с самого начала на выезде из Надворной посетим местный замок, который был возведен в конце 16 века на древнем транскарпатском торговом пути из Галиции в Венгрию, а также выполнял роль таможенного пункта. Пятигранное сооружение с четырьмя угловыми и одной надвратной башней являлось в свое время мощнейшей крепостью Прикарпатья. Посетим изюминку этого дня, так называемый грязевой вулкан, где меня настиг настоящий ледяной ливень, и спрятаться было особо негде. На самом деле здесь два источника, один из них нефтегазовый, второй глинисто-битумный. Находятся они на окраине села Старуня. Образовались в 1977 году после землетрясения в Румынии. Из них с разной периодичностью и интенсивностью выбрасываются газы, нефть и вода различной минерализации. Ивано-Франковскую и далее ЖД вокзал.